задержан подозреваемый в убийстве односельчанина в районе имени Габита Мусрепова. В полиции сообщили, досудебным расследованием установлено, что трое мужчин распивали спиртные напитки, в ходе чего произошел конфликт, переросший в драку. В результате одного из участников доставили в больницу, где он скончался от полученных травм. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств дела.